Врачи Павлодарского кардиологического центра переняли опыт японских специалистов в лечении ишемической болезни сердца. Директор кардиологической службы города Саяма доктор Ямано Масахиса уже более 10 лет успешно проводит мастер-классы по всему миру. Внедряя технологию, ставшую альтернативой операциям на открытом сердце, японский кардиохирург был приятно удивлен уровню оснащения казахстанских клиник. Он провел в Павлодаре всего один день, но за это время успел провести сразу несколько операций. Все оперативные вмешательства Масахиса провел без каких-либо разрезов и вскрытия грудной клетки. Доступ к сердцу осуществлялся через сосуды. Эта технология считается малоинвазивной, не требует дорогостоящих затрат, и операция занимает всего пару часов. Широкое применение такой технологии лечения в Казахстане вполне возможно, и я надеюсь, это произойдет достаточно быстро, потому что, как показывает практика, в Японии, чтобы внедрить эту технологию, потребовалось 10-20 лет. Но сейчас этой технологии можно успешно обучить и начать применять в период от 2 до 3 лет. Поэтому главное – это желание самих докторов. Эта технология позволяет, что мало травматизировать, меньше тратить на него расходного материала, то есть меньше будет затрат на него, и самому пациенту быстрая реабилитация и работоспособность, то есть пациент раньше может выйти на работу и более станет социально активным, то есть гражданин Республики Казахстан. Конечно, мы будем развивать эту технологию, она как бы является новшеством.